Конрад Росс, капитан Эндьюранс. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот! Лара! Ты жив! Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юран, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное, помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Музыка. Эй! Эй! Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода.
Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. Ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до моря и до... Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Неплохо. С чего же?
Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Не нравится. Но поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции. У Лары кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику.
это будет пандус. Думаю, можно поднять повыше. Нужно еще чуть-чуть. Как быть? Легко зажечь.
получилось.
Кому они поклоняются? Просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь в научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Маска традиционного японского театра «Но». Думаю, это маска демона или они. Бирка с ценником. Да, чего тут только нет.